Давай, снимай все это. Прям видео делаю.
Пишешь? А? Что? Пишешь? Да. Товарищи туристы, приглашаем вас подняться на палубу левого борта теплохода, чтобы проститься с городом-героем Волгограда. Приглашаем всех туристов на левый борт теплохода.
граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! Десятки тысяч тонн боеприпасов.
года полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. Но родной страной не забытый.
сыновья, что в сражениях убиты, и горит над могилой братской голубой, негасимый огонь.